К близящемуся футбольному сезону городская мэрия готовится по-своему. Возле стадиона «Текстильщик» заменили остановочный павильон. Крыша остановки теперь не будет протекать. Горожане, которые устанут, болея за свою команду, смогут дожидаться транспорта сидя. Всего в 2014 году на установку и замену остановочных павильонов предусмотрено более 1,5 миллиона рублей. До 1 июля планируется обновить еще 11 остановок.